Ой, вы знаете, Россия, как в свое время написал, кажется, Александр Блок, да? Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нас особенная стать в Россию, можно только верить. Но вот я тоже, вы знаете, живу верой в Россию. Меня огорчает, что у нас очень много хамства. Меня огорчает, что у нас много воровства. Меня огорчает, что у нас мало доброжелательности. Люди не слышат друг друга или не хотят слышать, не понимают друг друга. Это не относится ко всем людям. Нет, у нас много прекрасных людей, духовно богатых, душевно богатых, щедрых, благоразумных, патриотов. Но есть такие, которые, знаете, только делают все для того, чтобы в России нам жилось очень плохо. С Россией сложный вопрос. Я надеюсь, что разум, доброта, мудрость, ум будут преобладать в нашей жизни, и что людям стыдно будет воровать и обманывать, платить маленькие зарплаты людям, а себе набивать карманы и жить в какой-нибудь зарубежной стране, а здесь только стричь купоны. Вы знаете, богатых людей, которые бы жили во славу России, очень мало, к сожалению. Вот у меня, например, есть знакомый друг, генерал, который получает очень большие деньги. И вы знаете, он мог бы себе купить дом не в одной только стране мира, а в разных странах мира, как это делают многие наши богатые люди. А он что он делает? Он построил мемориал адмиралов российских, начиная с 1700 какого-то года. Построил памятник Ушакову, построил великолепный храм, будет строить храм Николаю Угоднику, построил детский сад потрясающий, будет строить кадетский корпус, будет строить православную школу, которые будут воспитывать духовно красивых, богатых людей, которые будут любить Россию и делать все для того, чтобы жизнь в России стала намного лучше, чем она есть сейчас. Вот такие люди, они в России на вес золота. Я горжусь, что среди моих друзей есть такой замечательный человек. Вот, он не знаете, эти деньги определили себе с женой зарплату, воспитывают сына, а все остальное, свои деньги, они направляют на помощь России. Понимаете? Вот что ценное. И вот хорошо бы, вот, допустим, есть, не буду называть их фамилии, все знают этих олигархов, они же живут только для себя, для своих близких, для своих любовниц, и не думают совершенно о том, что происходит в России, и не помогают. Вот что жаль. Или помогают, ну, знаете, так, только там телевизор отвезут в детский дом и считают, что они помогают детскому дому. Да ты построй детский дом, сделай, построй православный храм, построй какую-нибудь больницу, но сделай что-то доброе, прекрасное, которое останется потомкам. Будут говорить, вот был товарищ Иванов, смотрите, сколько он сделал. А что у нас, Сердюков и Васильева? Что они сделали для России? Ну что, скажите? Ну вот, все.